Всем привет, народ, вы на канале Лепим Вместе, и в сегодняшнем видео буду лепить очередного нового персонажа из игры Brawl Stars, бравлер под названием по имени Джанет. Это хроматический боец класса Разрушитель. И перед началом видео попрошу вас подписаться на канал и поставить лайк этому видео, это очень поможет дальше его продвижение на YouTube. И если вы вдруг не подписаны на мою группу ВКонтакте, там где вы можете постить свои работы, которые я буду потом постить здесь в конце видео, обязательно тоже подписывайтесь. Все ссылочки будут в закрепленном комментарии и в описании. Поехали. Джанет – настоящая звезда, которая не стесняется привлекать к себе внимание. Вот бы только ее сестра Бонни перестала впутываться в неприятности. Данного бравлера можно получить из любого ящика после прохождения Бравл Пасс до 30 уровня, а также из премиального Бравл Пасс на 30 уровне 12 сезона Экстрим Шоу. Джанет имеет нормальную скорость передвижения и среднее количество здоровья, имеет нормальную скорость перезарядки. Дальность удара зависит от того, как долго вы держите кнопку выстрела. Это то есть, как, например, лук. Чем сильнее вы натянете, тем дальше полетит. Такая же суть и у Джанет. Основной атакой Джанет выстреливает нотами. Ее супер позволяет ей взлететь с помощью своего ранца, попутно сбрасывая маленькие бомбы. Основная атака – высокая нота. Джанет берет высокую ноту, и чем дольше она ее держит, тем сильнее фокусируется атака и увеличивается ее дальность и урон. Супер крещендо. Джанет взымает воздух на реактивном ранце и может сбрасывать бомбы на противников сверху, пока действует ее супер. Бомбы не могут уничтожить стены. Thank you.
Вот такой вот получился у меня новый бравлер из игры Brawl Stars. Что вы думаете по этому поводу? Ставьте ниже в комментариях свои мнения и обязательно большие пальцы под этим видео. Ну и на этом буду с вами прощаться. С вами был Андрей, канал Лепим Вместе. Не забывайте подписываться. Всем удачи и хороших вам лепок. Пока.